Здесь пригодится глаз Нихолены. Наконец-то. Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цире. Что-то важное. Ты собираешься на Кривоухого топе? Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт, мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, так что, ты еще заглянешь? Конечно, я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Кейра. Какая работа моему Любушке подвернулась? Оно, конечно, не худшее. Вчера... Ты что такой стой? Шевелись! Да ну тебе. А твое бледное рыло людей не бесит? Ведьмак, можно тебя на минуточку? В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Thank you.
Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Такая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматые. В Зарикане их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости? Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Да, мы говорили пару минут. Она позволила передать тебе, что с ней все в порядке? Когда она вернется домой? И что она к тебе не вернется. Как это не вернется? Но я тут все для нее приготовил. Комната ждет. Я послал за новыми туфлями в Тусент, а она не вернется. Не вернется и все. Я не удивлен. На ее месте я бы тоже не захотел возвращаться в такой дом. Иди ты в жопу. Я уже знаю твое мнение на этот счет. Может, не повторять. Я знаю, что не был хорошим отцом. Но, может, еще не слишком поздно. Я попробую добиться ее прощения. Попробовать-то можно. Но на оглушительный успех я бы не рассчитывал. Мне терять больше нечего. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Сам король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Поди сюда! Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Для меня сделали исключение. Тё, хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца. Я не прошла мутации. Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрин. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха, а давай! На что?
на вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что случилось? Страх пробрал? Не. Так в чем дело? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном – большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Летает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, Цири, удиви нас! Твой меч почти мой! Не дождешься! Ну, покажи ей! А не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Я вот все думаю, зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? Надо, через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет, а значит, и предавать нечего. Здешний нильфгаардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну, перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что у меня в жопе дырка. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. Но надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да, местный владетель от черных сбежал и Вронице просто бросил. Как только Нильфгаард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца.
Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы. И херо знает, что еще. А ты играешь в гвинт? Играю. И больше выигрываю. Ха. Если есть колода, садись. Допустим, если ты у меня выиграешь, дам тебе в награду какую-нибудь уникальную карту. Тогда сыграем?